Друзья, Queen's Park Resort, это Кемер. Распаковка, погнали. Это наш большой автобус, который нас катает. Ребята, парковка для вашего автомобиля, если вы приехали на личном транспорте, присутствует. Давайте зайдем в лобби. Вот он, главный корпус. Queen's Park Resort. Вся наша группа в ожидании. Нам сейчас покажут номера и территорию. Ну и справа нас встречает рецепция. Большой холл, огромный. Ну а тут у нас welcome drinks, скажем, вот такие. Надо держать. Ваше здоровье. Апельсиновый сок. Друзья, на территории есть два корпуса, скажем так. Это клубная зона и главный корпус, где тоже есть номера. Они разделены. Я вам скажу еще один маленький момент, что тут делали ремонт в 2021 году последний раз. Ну так, по виду, да, отель не новый, но не сказать, что он сильно зашарпанный. Нормально, давайте пройдем, посмотрим номера. Стандарт рум, ребята, у нас. Ванная комната. Мыло присутствует, фен есть. Телефончик для связи с Пентагоном, полотенечко для ног, в общем-то так, и для тела тоже есть полотенечки. Что мы видим в комнате? Большая двухспальная кровать, одна односпальная и раскладной диванчик. Кондиционер присутствует, телевизор небольшой, но он есть. Мини-бар присутствует бесплатно, водичка и соки только. Wi-Fi в номере платно. Ребята, на всей территории бесплатно, но в номере платно. Вот так выходите на балкончик, и вид у вас на бассейн. В общем-то, вот корпус отеля. Тут анимация происходит. И прекрасный вид на горы. Если вы в этом корпусе будете жить, то вид неплохой. Море у нас в этой стороне. Давайте я вам еще покажу family room, если вы приехали с детками. Значит так, family room у нас. Две детские кровати у входа. Комната не загораживается дверью от родительской спальни. Значит, у нас тут душевая кабина, фен присутствует, полотенечки присутствуют. Напольное покрытие, плитка. Вот такая большая двухспальная кровать и отдельно диванчик, который раскладывается. Да, шкаф присутствует. Мини-барчик есть, который пополняется ежедневно, бесплатный. Wi-Fi в номере платный, не забудьте, ребята. Будете платить отдельно. Вот так оно все выглядит. Красиво. Ребята, в номерах не курят, но пепельница есть. На балкончике можете покурить. Ребята, кондиционер присутствует. Отдельное управление кондиционером где-то есть. Не знаю где, не вижу. Друзья, внутри присутствует отдельный свой бассейн, вода не подогревается. Спортзал, где есть пару тренажеров, вы можете позаниматься. Кому надо держать себя в форме, тот найдет свои тренажеры тут. В общем-то, зона спа у нас с левой стороны, ну а мы двигаемся в сторону пляжа. Отель работает по концепции Ultra All Inclusive. На территории отеля есть три бара и три аликарт ресторана, которые вы можете посетить по одному разу бесплатно. Это основное главное здание. Ну а вечером проводят шоу для детей и для взрослых. Живая музыка в баре. Да, у этого главного корпуса будет немножко громче слышно музыку. Но этот будет только до 11 вечера. Друзья, пляжные полотенца выдают у бассейна. Ребята, отель больше подходит для отдыха с детьми, ну и пожилым людям. Это не молодежный отель. Анимация есть, конечно же. Для деток есть и для взрослых анимация.
Вот. Но по контингенту понятно, что более взрослый контингент. Люди даже вот пришли поиграть. Делают йогу, тренировочки, детская площадочка. Территория зеленая, неплохая такая, ухоженная. Если вам нравится такого типа отель, напишите нам в комментариях, мы обязательно вам ответим, подберем тур на ваши даты и скажем, сколько вам обойдется отдых в этом отеле. Бич-бар обязательно на пляже присутствует, душик на пляже есть, навесики присутствуют, тут для волейбола песочек, идемте посмотрим, что будет у моря. Значит, на пляже оборудован свой пирс, если вы хотите понырять с пирса, там уже глубина будет поприличней. Ну, а у входа в море песчаная галька. Если вам не нравится галька, берите с собой тапочки. И, как вы знаете, в регионе Кемер, с задней стороны отеля, прекрасные горы. Главный ресторан находится в первом корпусе, главном. Ребята, клубная зона номеров находится через дорогу, по вот такому вот мостику. Будьте готовы, что вам нужно будет немножко пешочком ходить. Ребята, и маленькая поправочка для хейтеров. Мы не делаем рекламу отелей, мы делаем честный обзор. Ребята, преимущество клубной зоны, что тут у вас есть свой аквапарк, потому что в главной зоне аквапарка нету, он только в клубной зоне. То есть даже если вы живете в той зоне около моря, но ваши детки хотят в аквапарк, то вам придется пешочком оттуда по мостику прийти сюда и тут отдыхать. Есть бич-бар такой, как так сказать, бир-бар, он больше пивнушка, скажем. Бассейн, зеленая травка, шезлонги, все чисто, красиво, зелено. Давайте сейчас пойдемте и посмотрим номер в этой клубной зоне. Вот такие домики смешные. Стандарт рум. Значит, тут у нас у входа душевая кабина, умывальничек, принадлежности присутствуют, фен какой-то присутствует. Такая плиточка тут. Ну и комната с маленьким телевизором. Две односпальные кровати. Мини-барчик обязательно присутствует. Вот он. Водичка и сок. Все. Ну и выход на свой балкончик. Вот так оно все выглядит. И еще один стандарт-рум. При входе ванная комната. Полотенечки присутствуют. Ванные принадлежности присутствуют. Фен присутствует. Вот такая душевая кабина. Естественно, горшок, шкаф большой, вот он сейф, тапочки присутствуют, дополнительная подушка, если надо, и одеяло. И тут у нас что? Пульт для кондиционера, кондиционер отдельный свой личный, не общий. Телевизор с раскладным вот таким диванчиком, если вы втроем, может кто-то еще тут поспать. И большая двухспальная кровать, телефон для связи с Пентагоном. И выход на балкончик, где вы можете посидеть, почилиться, полюбоваться красивыми пальмами и зеленью, и подышать чистым воздухом. Да, мини-бар тут тоже присутствует. Вот такой вот холодильничек маленький. Водичка, сок. Это все, что есть, пополняется ежедневно, он бесплатный. Клубная зона вся в асфальте закатана. Да. Тут как бы травка только по краям. Пожалуйста, если вы заблудились, можете позвонить в рецепцию. Тут прям дороги-дороги. Надо гольф-кар, чтобы ехать по этим улочкам. И стандарт-рум у нас такой, который находится в клубной зоне,
он после ремонта, после реновации, так сказать. Большая комната, свежая, чувствуется, что свежий ремонт. Все обновлено, полотенечки присутствуют, ванные принадлежности, фен даже есть обязательно. Маленькое зеркало, очень удобное, кстати, не во всех номерах есть. Душ, кабина и горшок. Шкаф с сейфом и тапочками, даже ложка присутствует. Для вещей место есть. Ну, в общем-то, большое зеркало, телевизор, раскладной диванчик, если вы втроем, с ребеночком. Свой отдельный балкончик, кондиционер и мини-бар, так же само, водичка. Водичка, соки пополняются ежедневно. Да, этот номер, ребята, выглядит, ну, как-то посвежее. Такой он чувствуется, что после ремонта. Мебель новая, чувствуется даже вот матрас. Пружинный, матрас пружинный, да. Идемте посмотрим еще один номер. И рядом у нас еще один номер, такой же самый. Зеркальное отражение, тоже с раскладным диваном, двухспальная кровать. Мини-бар с телевизором, балкончик свой, ну и ванная комната в стандарте, как обычно, она выглядит такая же, как и в прошлом номере. Полотенечки присутствуют, фен есть, ванные принадлежности все на месте, душ-кабина. Да, ребят, я вам скажу, что в клубной зоне эти обновленные номера, они кайфовые. Да, тут классно. Мне действительно нравится. Здесь хорошо, тихо, свежий воздух, кондиционер есть, телевизор, мини-бар, рядом водные горки. Если вы с детьми, будет вообще удобно. Супер! Если вам нравится такой отель, пишите в комментариях, оставляйте сообщения. Мы вам обязательно ответим и подберем на ваши даты отдыха.